Я не понимаю, вы говорите о смене региональных элит, об увольнении губернаторов. По-моему, никакая элита не меняется. Это одни и те же люди, ходящие по круговороту этой элиты, которые... Элиты в кавычках, это быдло элита, которая поднялась с 91-го года. Не с Путина, с 91-го года. Ограбила свою страну, грохнула промышленность. И вот эти люди по кругу назначаются. Сынки, чьи-то родственники и прочее. Ну, будет их не назначать из Кремля, а выбирать отсюда. Ну, выбирали их в 90-е. Они, кстати, менялись еще хуже, чем назначены из Кремля. Как залезал, как брался под все рычаги, всю прессу и прочее. А, честно говоря, конкурентов выборных губернаторов просто мочили иногда. 90-е, я помню, я журналист-расследователь. Какая-то нахер смена элит вообще? Извините за мой плохой французский. Какие выборы? Выборы будут еще какие-то через, собственно говоря, через эти фильтры и прочее. Друзья мои, я считаю так, в России, не в российской, а вообще в России, я думаю, что Россия будет больше, губернаторы должны назначаться. Выбираться должны местное самоуправление, мэры городов, главы районов. Люди должны выбирать, прежде всего, тех, кого они могут контролировать. А вот губернатор может назначаться, собственно говоря... Да, при губернаторе должен, рядом с губернатором должен существовать региональный парламент, региональное собрание, которое делегировано из местного самоуправления. И отзываться они туда же. Вот оно должно бюджетом рулить, друг за другом следить, быть под контролем своих избирателей, чтобы их отозвать могли, чтобы не воровал никто, чтобы деньги тратились с умом. А губернатор пусть будет, собственно говоря, как при ранних Романовых или при Иване Грозном. Воевода был, но воеводе могли вызвать недоверие. Пожалуйста, его могли из Москвы отозвать, если он не нравился местным жителям. Будет местное сильное самоуправление, еще туда налоги перераспределить. Жизнь будет совершенно другая. А так что, ну выбираешь губернатора, ну как ты президент, ты выбираешь там мешки. Совершенно случайных людей, а потом ты его сменить не можешь. Так что не обращайте внимания, то возьму на самом деле. Ничего она в принципе не изменит. Местное сильное самоуправление русское, вот что могло бы изменить. Но это другая, все-таки отдельная тема, очень большая для разговора.